Вчера сотрудники городского отдела по борьбе с нехорошим с наркотиком в тесной смычке с Ленинским управлением внутренних дел, чья территория богата наркотическим веществом, выловили двух оптовиков. Проводили обычные оперативно-розыскные мероприятия в цыганском поселке неподалеку от самого знаменитого адресочка Тельмана 12. Тельмана 12Б. В 18:40 подъехала к этому дому «Волга-такси». Кроме водителя в машине имелись два нерусских представителя мужского пола и баул в клеточку, излюбленный рыночными торговцами. Представителям по 30 лет обоим, и назывались они Адиль Шамиляглы, екатеринбургский житель, улица Дагестанская, что характерно, и Сулейман Сабирович, иностранец из страны Азербайджан. В руках их имелся баул, где 10 больших полиэтиленовых пакетов, в которых в общей сложности 20 килограмм травы конопля. Все это фасованное село было, впрочем, прикрыто детской курточкой и подушкой. Один из оглы пытался скрыться, побежал, но недалеко. Поначалу в Ленинском управлении Адиль Шамиль Оглы с улицы Дагестанской и Сулейман Сабирович требовали адвоката. Далее же пояснили, что мешки хотели они продать цыганским жителям улицы Тельмана оптом за 15 тысяч рублей, что, вообще говоря, очень дешево. В розницу за эти 20 килограмм можно выручить 40 тысяч, а если добавить, как это делают умельцы, лаврушки, чаю или табаку, то гораздо больше, в 3 раза больше оптовой цены. В Ленинском районе это уже 10-я ликвидированная группа наркопродавцов с начала года. А за прошедшие сутки по городу зафиксировано еще 8 фактов изъятия, но не крупные. Распространители или потребители.